что оставалось после Ливонской войны за нами? За нами остался узкий коридорчик, то есть все-таки выход к морю был последний, от устья реки Сестра, это там, где сейчас город Сестрорецк, курортный, рядом с Петербургом, и вниз до устья реки Малая Стрелка, там сейчас Константиновский парк, Стрельня, примерно побережье в пределах современного Питера. Вот, исторически наша земля. Поэтому, когда Петр I основывал Питер, он основывал его на исторически русских землях, оккупированных Швецией. Сражаясь за нашу Балтику, он возвращал русские новгородские земли. Не забудем это. Россия после Ливонской войны не соглашается признать захват наших крепостей. Перемирие подписывается по принципу «кто чем владеет на момент перемирия». Современно звучит.